Современные снегоходы получили гомельские спасатели. Новую технику задействуют в условиях зимнего бездорожья. Такой снегоход может развивать скорость до 100 км в час. Машины предназначены для аварийно-спасательных работ в труднодоступных районах. Зимний вездеход может буксировать тяжелый прицеп со специальным оборудованием. В комплекте четырехместные сани для эвакуации пострадавших. Иногда приходится поиски людей производить вслепую, без различных координат. Сказали, вот лес, вот примерно в этом лесу заблудился человек. А прочесать на снегоходе, сами понимаете, это в разы быстрее. Один снегоход передали в Полесский радиационно-экологический заповедник. Другой остался в распоряжении отряда областного управления МЧС.